Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение США по обсуждению возобновления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между США и Россией. Я предлагаю вам вспомнить заявление нашего президента о том, что, безусловно, договорно-правовая база в области стабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах. Но в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов и без рассмотрения всех факторов совокупности, в том числе и европейского ядерного потенциала и так далее, невозможно. Это нужно все обсуждать вместе в одном котле. В этом заключается суть позиции Российской Федерации. На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна. Договор нужен. И нужно как можно быстрее начинать переговоры. Также пресс-секретарь отметил, что 25 сентября Владимир Путин выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.